Текст пятый. Дриштакетуш чекитана, кашираджасча вирьяван, пуруджит кунтибоджасча, шайбясча нарапунгаваха. На их стороне великие, храбрые и могучие воины Дриштакету, Чикитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибоджа и Шайбья. Текст шестой. Юдаманьюшча викранта, Уттамауджасча вирьяван, Цаубадро Дропадеяшча, Сарва Эва Махаратха. С ними могучий Дхаманью, грозный Уттамауджа, а также сын Суббадры и сыновья Драупади. Все они великие воины, владеющие искусством боя на колесницах. Текст седьмой. Асмакам ту вишиштае таннибода двиджоттама наяка мамасайнясья самгьяттам тан правимите. А теперь, о лучший из брахманов, узнай от меня о выдающихся военачальниках, которые поведут в бой мою армию. Текст восьмой. Баван бишмашча карнашча крипашча самитимджа ашватама викарнашча саумадати статайвача. Среди них такие непобедимые воины, как ты сам, Бишма, Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна и сын Самадатты по имени Буришрава. Комментарий. Дурьодана перечисляет здесь выдающихся воинов, не знавших поражений. Викарна был братом Дурьоданы, Ашватхама — сыном Дроначарии, а Саумадати, или Буришрава, сыном царя Бахликов. Карна был единоутробным братом Арджуны, он родился у Кунти до того, как она стала женой царя Панду. Крипачарья был братом-близнецом жены Дроначарьи. Текст девятый. Анеча бхава шура матарте тякта дживита нана шастра прахарана царве юда вишарада. В наших рядах много других героев, готовых отдать за меня свою жизнь. Все они владеют разнообразными видами оружия и опытны в ведении боя. Комментарий. Что касается других воинов, таких как Джаядратха, Критаварма и Шалья, то все они готовы были сложить головы, сражаясь с Дурьотхана. Иными словами, их гибель в битве на Курукшетре была предрешена, поскольку они приняли сторону порочного Дурьоданы. Но сам Дурьодана, разумеется, был уверен в победе, рассчитывая на силу всех перечисленных им могучих воинов, которые были его союзниками и друзьями. Текст десятый. Апарьяптам тат асмакам балам бишма биракшитам парьяптам тридам этешам балам бишма биракшитам. Наши силы неизмеримы, а наша армия надежно защищена дедом Бишмой, тогда как силы пандавов, которые тщательно обороняет Бима, ограничены. Комментарий. Здесь Дурьодана дает сравнительную оценку военных сил враждующих сторон. Он считает силу своей армии неизмеримой, в особенности потому, что ее надежно защищает самый опытный военачальник, старейшина рода Бишма. С другой стороны, силы пандавов ограничены и защищены куда менее опытным полководцем Бимой, которого никак нельзя сравнивать с Бишмой. Дурьодана всегда ненавидел Биму, так как знал, что если ему и суждено погибнуть, то убить его может только Бима. Однако присутствие Бишмы, который был несравненно более опытным военачальником, вселяло в него уверенность в победе. Иначе говоря, у Дурьоданы были все основания для того, чтобы рассчитывать на победу в предстоящем сражении.